обращаюсь ко всем украинским властям, военнослужащим. Всех вы нас не перестреляете, мы будем приходить к вам мертвые, и все равно мы вас будем убивать. Вы нам дали на это сами право. Обращаясь ко всей мировой общественности, я считаю, что украинские власти должны быть внесены в списки всех террористических организаций во всем мире. Я есть Зарн, внемли мне или умри! Остаются мне джентльмены. Это была комедия.